6 мая в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета уже в 9-й раз стартовала крупнейшая в своей области международная конференция «Национальный миф в литературе и культуре». В этом году она посвящена множественности репрезентаций национального предания. Это ежегодная конференция, которая направлена на активное обсуждение острых филологических проблем, а также расширение географии сотрудничества. Среди участников в этом году присутствуют литературоведы, профессора, доктора филологических наук. Мы предполагаем в рамках этой конференции некое подведение промежуточных итогов. И название сегодняшней конференции «Национальный миф в литературе и культуре. Множественность репрезентаций» она как раз и подчеркивает вот этот самый обобщающий характер нынешней конференции, когда сводятся воедино все аспекты, заявленные ранее, и рассматривается уже такой обобщающий смысл репрезентации национального. Конференция проводится с 2003 года. За это время в мероприятии приняли участие специалисты из таких стран, как Великобритания, Израиль, Италия, Германия, Китай, Грузия, Казахстан и многих других. И этот год не стал исключением в обширной географии докладчиков. По их словам, это мероприятие стало неким местом встречи коллег и друзей, которые из года в год делятся друг с другом своим опытом. Симпозиум предполагает два формата участия – очный и дистанционный. Программа конференции обширна. Мероприятие поделено на 2 дня. Докладчиков ожидают пленарные заседания, а также работа в секциях, где будет возможность послушать такие доклады, как языковой образ мира, литературная, этномифология и многие другие. После продуктивной работы для всех гостей проведут экскурсию по столице Татарстана и по городу Лаишево. В Казани я езжу уже очень много лет, каждый год. Один год одна кафедра проводит конференции, другой год другая кафедра проводит конференции. Вот на каждой из этих конференций я обязательно бываю. Поэтому я, естественно, знаю обо всех конференциях, которые проходят в Казани. И с удовольствием всегда сюда приезжаю, потому что мне близки эти темы. Ну, плюс к этому здесь сложился круг уже друзей, коллег, профессиональный круг общения. И это очень важно вот так вот поддерживать общение с коллегами в профессии. Это очень интересно. Учитывая, что конференция действительно периодическая, и, как сказала Татьяна Валентиновна, многие гости приезжают к нам уже много лет, то мы уже говорим об этом не в постановочном плане, а вот именно в таком глубоком плане. Вот те доклады, которые вынесены на пленарное заседание, они все демонстрируют именно эти разные аспекты репрезентации национального, они все очень-очень интересные. Крупнейших ученых-филологов из года в год привлекает как широкая проблематика конференции, так и ее ориентация на наиболее актуальные социальные и научные тренды. Пленарные и секционные доклады национального мифа в литературе и культуре всегда становятся важным элементом отечественной и мировой научной жизни. Они активно обсуждаются филологами, культурологами, философами, социологами. Яна Яковлева, Аделина Абдрахманова, Александр Антонов, Универ Новости.